еще пошумите. Первой быть всегда сложно, сложнее, чем остальным. Спасибо, Спартак. Перебелиться. Спасибо за выступление. Сама Ксюша утверждает, что ее имя означает гостеприимство. Увлекается, побаивается пауков и змей. И на вопрос, если бы вам предложили сняться в кино, какой спортивный клуб «Ювента»? Огромное спасибо за вашу поддержку, спортсменки. Ждем судейских решений. Белорусь.
Маркус, ваши аплодисменты. Кто приглашается? Анастасия Попова, Россия. Выходит Кира Сурова, Беларусь. Спасибо огромное спортсменке. Кира утверждает, что ее имя означает «застенчивая и добрая». Помимо художественной гимнастики, любит балет и рисование. Из профессии привлекает. Силаева, Россия.
Спасибо спортсменке за выступление, а зрителям спасибо за эмоции. Ждем судейского решения. Спасибо, Дарья, за выступление. Дарья считает себя добрым и отзывчивым, очень заботливым человеком. Вполне возможно, именно по этой причине из профессии, которая ее привлекает, Евгенико Беларусь.
Благодарим Ульяну за выступление и ждем судейские оценки. Войтенко, Россия! Благодарим Кристину за прекрасное выступление и ждем судейских оценок. К выступлениям приступают гимнастки следующего потока. И на площадку мы приглашаем Анну Татор, Беларусь. Thank you.
Thank you.
спортсменку и ждем судейского решения. Бабкевич, Беларусь! Thank you.
Спасибо, Евангелина. Кстати, свое имя спортсменка переводит как «благая весть». Очень любит тайский бокс и видит себя в нейрохирургии. В себе ценит чувство юмора, но вот в любовь с первого взгляда не верит. Евангелину вдохновляют выступления великих гимнасток, и одним из самых ярких событий в жизни считает площадку приглашается Ариана Авагимян, Армения. Благодарим Ариану за выступление и вместе будем ждать судейского вердикта. Благодарим за выступление Маргариту. Кстати, свое имя Маргарита интерпретирует как «жемчуга».
Благодарим спортсменку за яркое выступление и традиционно ждем вердикта судей. Встречаем на площадке Александру Лебедкину, спортивный клуб «Ювента». Ваши аплодисменты Александре. Ваши аплодисменты для Вероники. На сегодня соревнования при юниоров завершены. Объявляется перерыв до 12:30, после чего мы перейдем к командному первенству среди юниоров.